Привет, в этом видео новый босс, новое оружие, переделанная система уровней и вайп. На Джедикрафте был добавлен новый босс. Спавнится он на Дженезисе, на вот этих координатах. При спавне чат пишется: Мейс Винду снова вернулся на Дженезис. Имеет 3199 хп. Его способности. Каждые 15 секунд в бою он использует отталкивание. Если игрок, на которого он загрен, находится более чем за 10 блоков от босса, то босс использует притягивание. Также имеет телекинез, как у Оби-Вана. Может двигаться в радиусе 40 блоков от точки спавна. Дроп с босса. 3000 кредитов и плоть. С 3% шансом может выпасть фиолетовый кристалл. Интервал спавна 60 минут. В руке держит фиолетовый меч. Был добавлен фиолетовый световой меч. Урон 12. При убийстве врага дает полную невидимость на 1 секунду. Его нельзя улучшать. Крафтится он, как обычный световой меч, только нужно использовать фиолетовый кристалл. Текстуру еще не завезли, но она будет. Новая система уровней. Пониженные требования к убийствам для поднятия уровня. Пересмотрены цены на поднятие уровня. Теперь возможно получить 40 уровень. Теперь, чтобы получить новый уровень, вам нужно не только убивать игроков, но и мобов определенного типа. Типы мобов можно посмотреть в таблице. Засчитываются только мобы на определенном уровне. То есть нельзя убить мобов на несколько уровней вперед. Требования на убийство мобов будут добавлены позже. Вайп 20 апреля. Спасибо за просмотр. Пока.